в который каждый раз заходит ко мне на стрим. На каждый стрим он заходит. Я его не блокирую, он заходит на каждый стрим. Бобруйск, привет. Ты хоть бы их запудрила. Я могу тебе запудрить мозги, хотя они у тебя и так запудрены, если ты не видишь очевидное и видишь то, чего нет. Минск надо ехать. Едьте. Отрицательный поклонник. Да какой ты поклонник? Господи, там возомнилась отрицательный. Ты никакой. Неяки. Привет, привет. Доброе утро. Все. Со шквалом ветра. А ну, тап, 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 плиз. И пропустил ответ. А что? А что ты задавал? Какой вопрос? Там не было ничего, не это. Приветик. Бабай, привет. Я вначале, если честно, первый раз дал 50 тысяч. Это что? Я не поняла. А ты когда-нибудь выглядишь? Например, сегодня. На тебя засмотрелся, на красный пролетел. Не надо. Крепче за баранку держи, шофер. Приятно видеть тебя. Спасибо. Потом знакомиться буду. Не еще раз. Я вначале, если честно, первый раз дал. Марис, я не поняла тебя. Откуда? Я из Минска. Опять зовут. Куда зовут? Никто никого никуда не зовет. Или тебя зовут? Салам. Хай, Бразилия. Макаревич Андрей. Теперь подписчик на видео. Спасибо за подписки. Кто лайкает, спасибо. Ку-ку, кукареку. Тому тоже спасибо. Красивая и сопливая. Спасибо. Дом не упадет за ипотеку. Да я вас умоляю, я про ипотеку пошутила. Привет. Про кредит и ипотеку это шутка. Дима, ты уже не первый раз у меня на стриме, но что ты шуток моих не понимаешь? Я из Минска. Ого, тут целое ничего себе. Меня зовут. Нет, я не буду ни с кем батлиться. Ты очень красивая. Приезжай в гости в Литву. Выезжаю. Сейчас, после дождичка. Дождичка в четверг. Евгений, сегодня что, будет опять? Розопад? Спасибо. Привет, привет. Ромка, когда ты выспишься, перестанешь ко мне заходить в стримы, возможно, я тогда подумаю над твоим предложением. Понял? Very beautiful. Congrats. Thank you. Вау, 100. Нет, еще не дали. В квартире нету отопления, еще не дали. Сегодня четверг, и дождь уже был. Сегодня среда, я вас поздравляю. Дождь только пошел. Женя. Ни хера себе. Спасибо большое. Гарненько, дякую. Ого, ого, ого. Я из Минска. Евгений, как всегда, бьет все рекорды по... Я аж заикаться начинаю. Сумасшедший. Ну... Ты все розы скупил.
Мне дом не нужен, мне одна такая нужна, как ты. А жить где? Еще не все. Я тебя умоляю. Morning, good morning. Ты супер, спасибо. Спасибо за лайки. Симпатичная. Бываю иногда. Хай-хай. Да, я из Минска. Доброе утречко. Ой, Станислав, ты про себя? Реклама? Для чего номер карты? А для чего номер карты прикрепляют? Ну-ка, расскажите. Одесса на связи. Одессе привет. А что это значит? Господи. Залишаюсь по добайке или нет? Напишите, ну, адекватно. Вы не это написали неграмотно. Это не украинский, не белорусский никакой. Hello. Can I see you next? Нет, я не русская, я белорусская. Привет, привет. Доброе утро, Танюшечка, доброе утро. Да нет, у меня же не это, как, у меня же аллергическая реакция на пыль. Я с утра каждый раз просыпаюсь с соплями. Нос течет. Хорошего дня и тебе. Ой, Александр, спасибо большое. Марис, спасибо. Как относишься к Одессе? Да так же, как, блядь, я не знаю, к Петербургу. К Грозному. Одинаково. Будем жить в палатке. Не, сомнительное такое. Знаешь, не лето. Можно и почки простудить. Немножко постарался на белорусском. Это был не белорусский язык. С Одессы привет, ты милая. Спасибо, Влад. Ой, Марис, спасибо. Доброе утро, доброе утро. Лонгел. Больше нигде не течет. Фу, Артур, ты считаешь, что от тебя может унитаз только? На краску еще не скинули, нет. 10 рубасов на мороженое скинули. На краску не скинули. Кисенька, привет. Добрый ранец, Артур. Как странно вы пишете. Начали за... Как это... Знаете, как там? Начали за здравие, закончили за упокой. У вас наоборот. Вы начинаете за упокой, заканчиваете за здравие. Привет. Извините, губки у вас сделаны. Такая красивая. Да, губы я делала. Спасибо большое за комплимент. Я про кран. Ну, я сказала, унитаз течет. Привет. Всегда на высоте. Спасибо, Женя, спасибо. Был бы женщина, я бы рыгала от этих смс. А так у тебя что, карандашик встает? Странный ты чувак. Аж спать перехотелось. Жень, пойдем. Ну, надо, иди спи. Либо подожди, разойдемся. Часам где-то, сколько, не знаю, 10:30, 10:30, 11:00, где-то так. Здравствуй, сколько миллилитров в губах? 1 миллилитр. Я на выгрузке, так тебе можно типа поспать? В глазах видно любовь. Привет. За лайки спасибо. Не сёрбай, я ж моргаю, не сёрбаю. Привет, Александр. Уже в Германии. Ну ты вообще метеор. Спасибо за лайки. А, выгрузят потом лям. А чё везёшь-то? Чё вёз? Чик-чик. Говорит, на краску сбросились.
Я же сказала, сколько мне надо на покраску. Сейчас у потолок смотрела, а что не спала? Металл листовой. А что не спалось-то? Я из Минска. В Минске отвратительная погода. Небо серое. Свинцовое. Не увидела.